Вот как раз, что сейчас замостелим, да, это вот, да, в тайском массаже используется, в фактическом массаже парный такой, парная йога. Да, вот это девушкам очень удобно. Просто повторяю на камеру, тазовые вот эти кости, на которых мы сидим, называется седалищный бугорок, он как раз хорошо подходит по паре вертебральной мышцы позвоночной, которая вот этот позвоночник и ведут на расстоянии примерно одинаково получается. И мы вот этими косточками, да, вот, начинаем их массировать. Особенно если дома муж там поясница часто, да, бывает. Я просто рекомендую, вот, особенно да, жены, таким способом могут мягко воздействовать, покачиваясь, да, крутясь, чуть-чуть вперед, выдвигая, так от таза к шее, вот сюда вверх, как бы вверх двигаться. Да, ну, в общем-то, можете дальше пересаживаться потом выше, 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 чуть не до шеи. Мне, например, жена на шею садится тоже. Да? Тоже как раз этими косточками получается хорошо массируем эти шейные продольные мышцы. Да-да, и руками тоже лучше. Двойной массаж получается. Когда его на пояснику ставить, ногами? Можно, если нет крыши. Вот я стою, там сразу все просит продолжить или как все чувствует. Можно, можно. Вообще, да, в домашних условиях, вот тоже, еще раз в домашних условиях покажу. Давай. На живот, на живот. Очень простое упражнение. Муж, как помочь себе в домашних условиях, да? Вот многие не понимают, это на самом деле очень просто. Встаете на поясницу, даже не встаете, а так просто его раскачиваете. Микродвижения, тут важные микродвижения. Главное, чтобы он не прилагал никаких усилий. Руками, либо ногами, ну сидите. Вот он лежит, сидит, смотрит, да, вы сидите, вот так покачиваете. Там, где вот нащупываете ямку между позвоночником и вот выступом вот этой косточки, да, только не на позвоночник вставайте, не на позвоночник. Нажимаете туда, ну, либо пальцем, либо пяточкой, да, а позвоночник попал, либо не больно, и как бы вот так в сторону, туда. Потом в обратную сторону. Да, на позвоночник ни в коем случае не давим, не наступаем. Да, и вот с помощью таких микродвижений расслабляющих проходит спазмы в пояснице. Дело в том, что там врачи пугают или друзья, что ой, это грыжа, все, там страшно, ничего нельзя делать. Это не грыжа, во многих случаях, 90% случаев, это блокада мышечная. Мышца схватила так, что вот они просто не расслабляются, не раскрепощаются. Да, да, вот правильно делаете. Вот, и таким простым способом вы, дорогие друзья, можете помочь своим ближайшим родственникам, бабушкам, дедушкам, детям, мужьям, дома, домашней обстановке. А у нас есть, у меня на сайте, заходите, вам там подарок, кстати, отметьте, там его подарок пришлю, видео-подарки, как помочь в домашних условиях с помощью предметов обихода. Там кресло, стула, стола, скалки, бутылки, как это все использовать для того, чтобы прилечить свою спинку. Заходите, там вы все это увидите, я вам это все пришлю. Перед Новым годом подарки, спасибо.